это у нас Аня, наша пациентка. Аня, расскажи, пожалуйста, какая пластинка у тебя во рту стоит? Прозрачная, просто с белыми блесточками. Понятно. Она у тебя снимается или нет? Нет. Удобно в ней ходить? Очень. Расскажи, пожалуйста, у тебя сильно зубы болели после того, как мы тебе поставили пластинку? Не болели. Не болели? А кто тебе ее подкручивает? Мама. Как часто? А папа только один раз. Да, а мама каждый день, да? Да. А после того, как тебе подкручивают, зубки сильно болят? Нет. А что ты чувствуешь обычно, когда крутят? Что туда тянется пластинка назад. Немножко тянется, понятно. А как быстро ты к ней привыкла? Ну, где-то, может, за один денек. Да? Ты так говоришь здорово, это даже незаметно. Оно тебе сейчас вообще во рту? Да. Да, ну-ка улыбнись. Отлично. Ну ладно, ты теперь когда к нам придешь в следующий раз? Через пару месяцев? Да.